Дорогие друзья, дорогие жители, гости нашего славянского города Витебска, в этот торжественный вечер меня переполняют чувства радости и гордости за всех нас, прежде всего за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени. Пример тому – Славянский базар, фестиваль с яркой, интересной судьбой. Как вы помните, его история началась в далекие 90-е на фоне непростого выстраивания новых отношений между суверенными государствами, созданными из осколков огромной империи. Фестиваль задумывался как праздник дружбы братских народов – белорусов, россиян, украинцев. Четверть века назад это великое действо могло отправиться в путешествие по городам и весям развалившегося Советского Союза. А в этом году он мог просто стать на паузу, как это случилось с известными мировыми шоу и конкурсами. Но тогда и сегодня мы сберегли наш славянский базар, нашу славянскую традицию. Несмотря на закрытые границы, здесь собрались самые яркие, титулованные артисты России, Украины, Беларуси, братских нам народов республик и других государств. По-другому, наверное, и быть не могло.